Быть или не быть? А? Эх ты, да быть-то мы быть, елки ты по... Оператор, ты что, уже снимаешь? Угу. Да чтоб ты была здорова, елки-палки, ты даешь порепетировать. Ну такое грех не снять. Да? Эх ты, деревня. Друзья, всем привет, с вами Диск Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, короче, сегодня радость у Липована, как всегда, неимоверная. А в Одессе таки по-другому и не получается. Я таки хочу вам рассказать, имею шикарный рецепт одного идеального липованского шашлыка. Я вот жарил шашлыки разные, и рыбы были у меня разные. Но так, чтобы из селедки сделать шашлык, такого у меня еще не было. Сегодня сплю случайно, такой, бам, а чего нет? Думаю, давай исполню. Селедочка лежит, молодая картошечка на месте. Эх, красота, да и только. Картошку сегодня молодую обжарим во фритюре. С укропчиком, с чесночком, как ты любишь. А селедочку, точнее, картошку, я правильно сказал? Картошку во фритюре, а селедочку на мангале, на шампурике. Короче, увидишь, как это будет. Будет замечательно, залипательно. И таки селедочка уже заканчивается, сезон проходит. Эх ты, надо срочно насыщать свой легкий организм, короче, вообще там голову этим неповторимым единственным витамином фосфор под названием дунайская селедочка. Правильно я что-то там налипотал? Короче, друзьяки, всем привет из Одессы. Погнали с Липованом таки что-то отчебучим. Катюня, смотри, картина маслом. Да уж. Свежие, как ты любишь. Я сначала думал тебе пожарить, потом вспомнил, что я тебе жарил. А я хочу жареное, мне понравилось. Да будет сегодня шашлык, будет куда поинтереснее. Слушай, цветы сыпятся прямо за шиворот. И таки весна пришла уже, елки-палки. Вы уже видели, я без жилетки, ну и хватит, короче. Потеплело, ура, весна красна в Одессе. Оператор? Да. Снимаешь внимательно, снимаю очень внимательно. Так, картошки сюда, готовим быстренько дрессинг. Подмаринуем нашу селедочку. С чего начнем? От слова платье, да? Еще раз, не курил. Дресс, это платье на английском. Дрессинг, это по-липовански заправка маринад. Поняла? Все, смотри, масочка чуть-чуть немножко. Опля. Сюда добавляем сольку. Вот тоже чуть-чуть. Сюда же добавляем перец. Хорошенечко вот так вот поперчили. Сюда добавляем соевый соус. Там бутылка, давай, слушайся. Хватит. И сюда отправим лимон. О, лимон, ребята, короче, имею радость. Я его уже выгуливал. У Липована появился новый ножик. Очередной подгон от Марата. Ёлки ты палки, то был Хугачи для Липовачи, а тут какой-то там мама дорогая из Японии, но тоже для Липована. Так, это вот в стороночку. Катюня, ну я даже не, я не давлю, ёлки ты палки. Ножик саморез. Обалдеть. Так, это вот сюда. И лимончик тоже вот сюда. Давай, давай, давай. Все ка. Тебе досталось, я? Нет. Только на меня напало? Да. Эх ты, пригодится. Вот это вот подливка уже тоже почти готова. Да ты шо? А что это густое такое? Масло? Ты что, меня не снимала? Снимала. Ну, еще раз напоминаю, масло, соевый соус, лимонный сок, соль, перец. Поняла? Да, да, это лимончик. Я же вижу там сгустки какие-то. Да, это был лимончик. Теперь нашу селедочку аккуратненько вот сейчас здесь мы искупаем. И быстренько замаринуем. Так, я уже хочу это кушать. На, сашими тебе липованское будешь? Ай, какая нежненькая. Да. Чистой воды филе. Сколько штучек? Дунайской селедки. А сколько вы на привозе покупали? 5. Значит, 10 филеек. Хватит тебе, мне и маме, да? Да. И еще, если кто-то там придет из подписчиков, к нам в гости, и его угостим. Так что хватит на всех, все будет нормально. Обязательно. А не хватит селедки, картошки у нас есть. Нормалек, так что молодая картошечка, жареная во фритюре. Ёшкин кот с укропом, чуть-чуть чесночка. Спокойно, как всегда, сам себя уже раздразнил. Ты уже понял, да? Сегодня я буду исполнять, короче, универсально. Сегодня будет и дымить, и горелочка будет шкварчать. Так я еще, кстати, тоже не исполнял. Эх ты! Чудеса, да? Как это? Растем, оператор?
Безусловно. С тобой без остановки. Угу. Расширяем кругозор фантазий кулинарного характера, который живет в Одессе. Спасибо. Под названием... До свиданечка. Под названием «Хорошее настроение». Ай. Ай. Эй. Ай, эй. Гоп-ца-ца. Да еще чуть-чуть, ты уже все выучишь. Так, масочка будет вот столько. Так и фритюр липованский. Смотри, картошку молодую имею. Мама дорогая, я ее чуть-чуть подварил. Вот буквально альден, ты понимаешь? Вот она готова, процентов на 70. Остальные 70% мы отчебучим в сковородке. Так, жар уже готов. Катюшка, подойди поближе. Начинаются чудеса. Ты мой красавчик новоиспеченный. Японский Вася шеф-нож. Я, как я говорю... Армасая вас, хай! Переводите, товарищи. Это что значит? Типа, друзьяки, я для вас буду стараться, как всегда, от души. Погнали. Катюня, а теперь знаешь, что предстоит? Не знаю. Пожалуйста, Сеня. Катюня, а теперь ты знаешь, что предстоит? Дело скользкое и очень такие... деликатные, я бы даже сказал. Сейчас будет так скользить, из рук выскальзывать, но я думаю, что справлюсь. Короче, понеслась. Вот такие рулетики. Ничего себе ты придумал. Да, Катюня, а знаешь, кого я посмотрел? Нет. У Гафора на канале «Хлеб-соль». Серьезно? Да, только он там исполнял шашлык «Наполеон». А я думаю, а чего селедку «Наполеон» не сделать? Передай тогда привет Гафору и благодарность. Гафур, Марат, чтобы вы мне были здоровы. Я, конечно, за вами смотрю, вас подсматриваю. Ну и исполняю на свой липованский лад. Канал «Хлеб-соль» от души. Приезжайте в Одессу. Конечно, будете в Одессе, еще раз что-то исполним. От всей души я уже хочу и очень даже имею пару рецептов, да, чем вас удивить. Товарищи мои. Милости замечательные. Просим. Милости просим. Давай, от себя там приглашаю, я пока буду... Крути, крути рулетики. С Наполеоном, да. Крутить. Селедка такая вещь, вот этот маринад, в котором она постояла 5 минут, уже, в принципе, готова к употреблению. Но мы ее поджарим, сделаем из нее... Такой шедевр. Катюша, чтоб ты мне была здорова. А также все господа ребята, которые нас смотрят. Независимо от того, что подписан, не подписан, чтоб ты нам был здоров. Так, девочка моя, дай-ка аккуратненько. Я буду дальше заворачивать. Следи за маслом. Может, уже и пожарить сразу же? Кого? Ну, раз следить за маслом. Не, ну ты не умничай. Хотя ты у меня и так человек молодец. Мы сегодня ночью пекли Пасхи. Да. Мы сегодня. Я как это? Мы пахали я и трактор? Да, да. Ну я чуть-чуть раньше уснул. Ну, блин, устал чуть-чуть немножко. Хотя я месил по полной программе. Короче, пасочки получились. Я лег, как я всем говорю, в 3:30, а оказывается, в 1:30. Ребята, по секрету никому. Ну а оператор во сколько? В 6:30. Да, она в 6:30. Напекли, мама дорогая, сколько? Так что всех с наступающим праздником. Вчера был чистый четверг. Такие помылись, я вижу, да, молодцы и красавцы. Сегодня Страстная Пятница, мы не работаем, мы дарим людям хорошее настроение. Ну и не за горами великий праздник Пасха. Ребята, с чем я вас и поздравляю. Как там, благодати в каждый дом. Дай Бог. Катюня. Что, Сергуня? Сложнее. А Селедочка так не любит липована. Ну, слушай, липованская это радость. Вот как раз два шампурика. Приготовил 3 на сети пожарной, 3 не пригодилось. 2 шампура имею. Так, не накапай на меня вот своими руками. Сюда, может, обнимемся? Любовь моя. Да, обязательно. Да ты что? Только попозже. Дай тебе щечки положу. Моя ты хорошая. Знаешь, от этого сразу молодеешь. Это тебе не маска, не как это. Не массаж, да? Ну, там... Это настоящая Улия. Ну дай, 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 дай. О, запела, зашварчала. Аккуратненько, смотри. Сейчас мы ее так вот. Отправим. Да ты шо, мама дорогая. Фастастиш. Или как там? Дастиш, фантастиш. Вот ты, прямо мастер на все языки. Угу. Тихо. Обалдеть, красота. За 2 раза пожарим, да? Чтоб не перегружать. Чего? Правильно. Время есть. Так, не обожги меня. Да нет, ты чего, я тебя люблю. Ой-ой-ой, уже корочка берется молниеносно. Так, это пусть жарится, давай отправляем шашлык туда, и мне надо подготовить укропчик. А ты так будешь и на выездном банкете готовить? Еще нет-нет, да и танцевать.
кстати, да, сезон начался у Липована, уже таки понеслись заказы. Завтра уже еду там уху варить, короче, имею на чем это делать. Таки скоро покажу, на чем я это делаю. Да, короче, мы едем. Завтра люди позвали жарить рыбу карасей, бичков свежих за всю Одессу. Ну, еще сварю липованскую уху. Так что давайте, если завтра собрался ко мне в гости, меня таки не будет. Буду послезавтра, приходи, да. А если вдруг захотел такой хиппи с собой, таки звони, обращайся, помогу. Исполним, накормим тебя от всей души, еще и с хорошим настроением. Ну, а если вдруг еще захочешь музыкальное оформление, так я знаю, кому позвонить. Поющий Вася Полковник с шикарным аккордеоном и песнями за всю Одессу. Чтоб головой не ударился об карниз. Тю. Я ж ходил доску мыть, а доску-то я забыл, сейчас вернусь. Оператор, у тебя как дежавю, наверное, да? Тут да, да, да. Такое себе. Так, тихонечко, здесь пахнет, здесь жарится. Не горит хоть? Что? Картошка твоя. Там все под контролем. А ну. Катюша, как пахнет, просто шикардос, смотри. Ёлки. Боже мой, да, 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 да. Вот такая себе уличная еда из Одессы. Китайцы, ребята, не расстраивайтесь, американцы, тоже не переживайте. В Одессе таки лучше всех. О, золотые слова. Таки пардон на весь мир. Но Одесса мама единственная на целом свете, да. Наша хорошая, любимая, дорогая мамуля. Оператор, готова? Да я всегда готова. Торжественный момент. Сейчас раз и будет готово, ты в курсе? Молниеносно, да. Так, ты тарелочку мне приготовил? Шампура будешь есть? Не. Да. Я так не умею. Дай. Шампурика, ну, Катюшечка. Так, здесь надо быстро и аккуратненько. Да пар уже пошел. И там, смотрите, здесь не профукать. Иди сюда, любовь моя. Что еще? Будем дальше показывать, рассказывать. Имею вот такой шикарный букет. Извини, сегодня я его опять подарю мадам, но не тебе. Угу. Мадам, картошка. Укропчик для вас. Я не против. Просто великолепно. Вообще усилия никакого. Дай попробовать. Да он порезать? Да. Пальцы не жалко? Я не хочу останавливаться. Красота. Он не режет, Катюшечка, он стрижет. Просто зелень стрижет. Ой. Что, твое любимое дело? Да, я боюсь за него. За ножик или за чеснок? За ножик. За ножик, не бойся, я его уже проверял. А вот за чеснока надо, да, попереживать. Ему сейчас не сладко. Тут у тебя шипит везде. Приятная музыка. Угу. Симфония имени Липована. Тихо, это тут не балуй, селедка жарится очень быстро. Ты мне не дал красивый кадр снять, все испортил. Подловишь себе еще один, ты умеешь. Мурка! О, таки здравствуйте, на шашлычок. Смотри, она какая-то такая растерянная, Мурочка. Он жарит, да, и не дает тебе жарит? Ничего. Не каждый день ароматы шашлыка из селедки, да? Скажи, Липован, где моя селедка? А? Голова хотя бы или хвост. Мурочка, он тебе ничего не дал. Мурочка. Так, ты Мурочка. Там не делай меня варвара, она кормлена, все нормально. Мурочка, Катюня сейчас тебя покормит. Мурочка. Катюшка, все, Мурку показала, иди сюда, ты мне нужна. И готово. Наконец-то. Иди дай показать. Давай, доставай. Смотри, цветы у нас там плавают. Ну, все как на природе. Угу. Опля. Это вот сюда. Это тоже сюда. А сейчас замедлюсь. Все, да? Картина маслом. Ну, как все? Да почти. Ну, красиво, что я тебе хочу сказать. Очень красиво. Ты а таки, еще и вкусно будет. Ты таки здорово придумал, Сережка. Да. Молодец. Пипец молодец. Это про меня. Ароматы как, ребята, ловите по аромату. Шашлык из дунайской селедки. Мама, это дорогая.
Что я с ней только не чебучил, действительно, там и консервы уже делал, и запекал, и перепекал, и жарил, и малосолил. Так и еще один рецепт случился в мою копилку рецептов. Шашлык из уральской селедки. Катюня, картина маслом, смотри, шкурочка подпеклась, все как ты любишь. Еще буквально минутка и снимаю. Шикардос. Как она капает, разговаривает, смотри, жара почти нет, она уже жарится просто сама от себя. Вот это рыба удивительная, вот это да. Ребята, кто еще не успел селедку дунайскую, срочно бегите на привоз. Там еще таки можно найти. Остались считанные дни. Бам-бам-бам-бам-бам. И таки все. Селедка, давай, до свидания. Ну и будет скоро молодая клубника. Фух, шашлык из клубники? Оператор, ну-ну-ну. Сделаем какой-то компот. Автоклав у нас есть. Ой, сейчас варенье. Лето. И варенье. Все сделаем, все будет нормально. Оператор, готовчик. Так, она сейчас горячая. Шкурочка нежная подпеклась, смотри, какая рыба. Чтобы ты понимала, насколько она нежная. Хотя ты уже самой понимаешь, что такое селедка, да? Угу. Полюбила эту рыбу удивительную? Да. Жирная, мягкая, вкусная. С незабываемым... Можно мне уже попробовать? Ароматом. Не жалеешь ты меня вообще? Я хотел, чтобы немножко остыло. А! Вот что ради любимой не сделаешь? Что, такие горячие, да? Да, конечно, горячие. Ты чего только с огня? Оператор и картошечка тоже уже готова. Все, еще пару минут. Любовь моя, обед созрел. Ай-яй-яй. Так, газ. Давай, до свидания. Наконец. Все. Угу. Остальные три. Иди сюда, что нам здесь надо. А надо нам немного. Посолить все это дело? Достаточно. Понял, понял, понял. Отойди, пожалуйста. Поперчить все это дело. Прям молодой картофель фри получился. Хватит, хватит, Сережка. Чуть-чуть, вот так вот немножко. Все время перебальщиваешь. Это должно быть все нарядно и вкусно. Чесночок и дуже богато укропа. Все? Да. Это сейчас будет аттракцион. Буду все это дело перемешивать. Тихо, не разбегаться. Молодая, это на вес золота. А вот теперь аромат, ребята. Включайте визуализацию. Ага, схватила? Давай сразу в рот. Сейчас быстренько китайско-японский выучишь язык. Угу, да. Как-то так. Такие дегустасион, правильно? Угу. Там говорят тебе, что ты уж не пробуй. На слово верят. Невозможно на это смотреть. Ребята такие, пардон, извините. Вот только для вас. Все. Было очень вкусно, замечательно, вы сами себе все понимаете, всем пока-пока, чао. Но нет, таки пардон, друзьяки, извините, от всей любви, долю с маком. Я таки для вас это возьму и попробую. Катюня, угу. Готова? Угу. Барабанная дробь, да по какому поводу вы уже знаете? Повод маленький, нехитрый, давай, выбирай любой. Да что ты давай, да вот тут это давай. А ну-ка, японский ты мой нож. Расскажи, покажи людям всю правду. Доложи. Даже не хочу. Давить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это рулетик, конечно. Вот это, мама дорогая. Угу. Как я говорю, волосики, смотри, ну что это, кости? Ну, ёшкин кот, ну волосики ты хоть и тресни. Что ты мне показываешь, замри. Угу. Давай бегу, мне горячо и голодно. Слышь? Хотела, ну хорошо, с фильмоскопом издеваться. О. Поймала? Нет. О. Ты видишь, при виде такого блюда даже фильмоскоп не может себя в руки взять. Да не, ну это вот уже лишнее. Там такая шкурка вот.
Я этим некрасивым действием хотел показать, что это масло масляное. Ты понимаешь, он нежнее языка твоего. Отвал башки! Дай-ка точку возьму. Как ты, горячая, да? А ты туда положи прямо себе. Оп! Вот такой себе. Ух ты, липованская шаурма! Только рот не обожги. Боже, течет все. Так и жадность она такая, да? Какой там язык должна была выучить? Походу, язык жестов. Нормально? Это было страшно неприятно, но безумно вкусно. Друзьяки мои, короче, от всей души для вас, как всегда, жарил. Нет-нет, да исполнял за селедку. Прямиком из Одессы. Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао.